Держи дверь, мелкий. Да, закрой дверь, Три минуты, Глад, 3-4 минутки подержи. Закрой дверь, Людмила. Три минутки подержи, пожалуйста, пока я расскажу всему городу, что у нас появился маньяк. А то Людмила не согласилась же с нами идти вот эти на уступки, чтобы я по центральному телевидению всем рассказал и всем показал свою запись вот с этой, с камеры. Так, сейчас камеру поставим вот сюда. Так, быстренько. Мелкий, три минуты нужно. Держи дверь, не пускай никого. Закрой дверь. Ага, так, чтобы я был красивенький у мамы. А, все, вот так, поехали! Добрый день, жители города ютубера. Да, вы меня, скорее всего, не знаете. Я нетипичная Людмила, которую вы видите каждый день по телевизору. Но все же, я хочу каждому из вас рассказать, что у нас в городе происходит задница. Наша телеведущая Людмила думает то, что я безумец. Но я нифига не безумец! Я на свою камеру заснял то, что происходит у нас за городом. Там вводится настоящий маньяк. И прямо сейчас вы можете лицезреть эту запись, которая была записана лично на мою камеру. Все, что я хочу вас попросить, пожалуйста, жители города ютуберов, будьте осторожны. Хоть мы и запугали немножко маньяка, и он 100% сейчас в ближайшие несколько серий не вылезет из своего дома, потому что как бы, ну все же, там одно место жалось. И сыкотно, мы его запугали так нехило с танком и бомжарой. Поэтому пока что можете спать спокойно. Но в любую секунду, в любой момент маньяк может вернуться и кого-то зарезать. На это он не маньяк, как бы, да. Готовьтесь к Новому году, вешайте гирлянды на елочки, украшайте эти елочки, вешайте мишуру и прочую мамину маму. Но самое главное, будьте, пожалуйста, бдительны. И встретьте Новый год в первую очередь в безопасности, а во вторую очередь в красоте. Мелкий, там все нормально? Дверь закрой. Если все же вам не повезет и вам предстоит встретиться с маньяком, обращайтесь сразу ко мне. Я единственный знаю, как справиться с этим чертом в маске и с ножиками. Эдисон! Запомните это имя! Возможно, рано или поздно я спасу вам жизнь. Стоп, пердак, стоп, запись, все снято. Мелкий, все, отходи, Людмила, дайте я все объясню, хорошо? Минуточку. Собаки, вы что делаете? Да мы про... А что? Ну-ка, мелкий, убегай лучше от греха подальше. Убегай! Вы там поаккуратнее, там мелкий, ты там убегай. Не-не-не, не ко мне, за мной не прячься. Я тут ни при чем, вы тут сами разбирайтесь, ага. Я свое дело выполнил. Сейчас камеру заберу, ага, сейчас еще вот так. Ага. Людмила, я здесь ни при чем, разбирайтесь. А, да-да, ага. Пока, всем пока. Мелкий, давай, за мной, давай вперед, проходи. До свидания, Людмила. А ты куда собрался? Стоять! Людмила! Мелкий! Нет, тихо, Людмила, на сосиску успокойся. Держи. Сосиску забыл. Мелкий, выкинь сосиску. Сосиску, выкинь ей. Сосиску. Вот это. Чтобы я вас здесь больше не видела. Ну и не увидишь, курица в красном. Вот не хотела пойти к нам на уступки, не хотела показать всем жителям, что там происходит за городом. Сейчас мы это сделали против твоей воли. Все, Мелкий, успокойся. Ядрить меня в шерстяной свитер и новогоднее настроение. Это чё? Конец декабря и наконец-то в городе ютуберов снег соизволил пойти. Ага, да. Значит, языком снежинки, да, ловишь? А потом гланды заболеют и кому-то вот это, ангину врач пропишет. Да, мелкий, ты... пошли, давай. Ёха, ой, ну если до этого у кого-то в этом городе не было новогоднего настроения, то тут просто пфу, один раз плюнуть, и оно сразу появится после такого. Пошли, мелкий, пошли, надо тебе санки будет купить. Какие нафиг санки? Тут кто-то тележку из магаза забыл. Давай, залезай. Залезай, сейчас мы тебя покатаем. Так, как эта шняга работает? А, сейчас, потащили. Мелкий, ты там готов? Главное, не проблюйся. Сейчас затошнит кого-то 100%, мелкий, все в порядке. Все, вылезай, хватит. Накатались, надо меру знать.
тележку мы вернем, а то сейчас кто-то еще на нас опять нажалуется, то, что мы тут кого-то обокрали. Пошли, мелкий, у нас с тобой еще сегодня просто по горло дел. Давай. Да по чё ты уселся? Пошли, давай, 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 я обещаю тебе то, что мы с тобой еще поиграемся. И снежки мы с тобой поиграем. Ой, снежки кто-то играет. Первый снежок. А ты в меня не запидюль, главное. Снежки кто-то играет. А первый снежок выпал, ты смотри, детвора-то уже бегает. Уже вот этот друг друга стреляет. Мелкий, иди с ними поиграйся. Давай, 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 надо заводить друзей, мелкий. Ты никого еще в этом городе толком не знаешь. Иди, стрельни кому-то в лоб снежком. Давай, давай, давай. Не пойдешь сейчас, не найдешь друзей. Давай, потихонечку, главное, не спугни их. Давай, 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 они тебя 100% примут. Давай, иди. Вот, да. Вы там поиграйте с мелким, он тоже снежки любит, если что. Киньте ему там пару раз куда-то в руку. Вот, вот. Вот, я говорю, ну, интересно же мелкому, ну, интересно же. Смотрите, как снежки все играют. Молодцы-то такие, только вы давайте не все на одного мелкого, хорошо? Поаккуратнее, то сейчас... А чё? Ну, интересно же, ну, вот нашел друзей, ну вот сразу же снежки начали все вместе играть. Мелкий, ты там рогатку спрячь, вы в снежки играете, а не в рогатки. Типичный мелкий. Обосрались вот это, да, после того, как мелкий кому-то в лоб засандалил уже не снежком, а уже чем-то другим. Ёханый бабай. Нормальные люди снегом бросаются, а мелкий булыжниками кому-то в голову, да, стреляет. Мелкий, ну все, ну застреляли тебя снежками, ну успокойся ты. Иди, мелкий, будешь наказан. Мелкий. Сюда вернись. Вот спрятался там один за деревом. Вот смотри, вот там. Ага, ну все, хватит. Они 100% усвоят урок. Ну молодец, молодец. Умеешь играться с детьми, умеешь. Еще бы ты их не калечил, был бы вообще очень послушным мальчиком. Ладно, пошли. В следующий раз, когда мы увидим детей, которые играются в снежки, мы пройдем мимо этих детей. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. И как там дальше, мелкий? Пропой. And a happy new... Молодец, знаешь текст, знаешь текст, молодец, Стёпа! Здорово, пердак усатый, ты чё там делаешь, а ну? Здорово, балбесы! Сам балбес! Чё, гирлянду, да, там развешаешь? Слушай, мелкий, мне кажется, нам с тобой также надо будет в следующей серии украсить наш дом, чтобы там и елочка была, и гирлянды, и мишура, и вот это все. Ты смотри, там не упади, главное, Степа. Аккуратно развешивай, пожалуйста. Не упаду. Молодец, молодец. Ну ты закончишь, спускайся! Не упадет, да? Степа! Ты себе шею там не вывихнул случайно? Степа! Маргарита Степановна! Выйдите на балкон, пожалуйста! Чё такое? Да муженек тут ваш гирлянду вешал и свалился вот со второго этажа. Я и зову Степа, он вообще не... Ноль реакции вообще какой-то. Сейчас спущусь. Ага, давайте. Стёпа! Стёп! Вставай, пока жена твоя не спустилась. Все, Стёпа, поздно. Сейчас она будет с тобой разбираться. Чё такое? Я чё, упал? Упал, Стёпа, упал. Со второго этажа упал. Я тебе говорил, не поскользнись. Ты подскользнулся. Хорошо, что хоть жив остался. В следующий раз аккуратней будь. Ля, мелкий, ты смотри, что Степа здесь начудил.
Ядрёный Санта-Клаус, ты смотри, какая красотища. Две елочки, носочки, венки вот эти, а гирлянды-то так много сколько. Там еще маленькая елочка. Слушай, это ты, Степа, вообще мастер на все руки. Прям за золотые руки. Красавец, красавец. Слушайте, мальцы, может, на кружечку какао забежите? Да я не знаю. Хочешь какао, мелкий? Ну, нам на самом деле не помешает сейчас немножко согреться, посидеть. Да давайте, мы тут квартиру украсили, новогоднее настроение, заходите. Ай, ладно, давай, пошли, пошли. Какао лишним не бывает, пошли, пошли, мелкий. Тем более мелкий реально давно какао не пил, будет ему на пользу. Степа, ты там идешь? Нет, давай. Ага, мелкий, ноги за собой ноги вытри с улицы пришел, там снег. Ноги вытри, потом заходи. Молодец, так. Мне, пожалуйста, большой какао, если можно. Да. А на стол-то зачем? Там стул есть, мелкий. Ладно, черт с тобой. Садись, Степа, садись. Слушайте, рассказывайте, как вы вообще планируете встретить вот этот Новый год? Мы с мелким на самом деле еще пока что... Спасибо, спасибо, Маргарита Степановна. А мы с мелким пока что еще не решили, как мы его будем отмечать. Держи, мелкий. То ли дома, то ли на улице. Может, пойдем, кстати, на центральную площадь вот эту города. Мне кажется, там туса будет огромная. Вот. А вы что, чем будете заниматься, рассказывайте. Пройдемте на второй этаж, покажу, как мы там все украсили. Ладно, пошли. Давай, мелкий, допил. Пошли, пошли. Давайте. Давайте, проходите, проходите. Слушайте, ну мне кажется, вы, наверное, единственный, кто уже успел украсить весь свой дом. А носков-то сколько? А носков? Мне кажется, Маргаритка, вы у Степы все носки отжали, да, Степа? Степа, наверное, сейчас боссом ходит. Там носок, сям носок. А, ну вот же, бедный Степа, мерзнет. Слушай, милок, а не расскажешь ли ты мне стишок? Я за это тебе подарок дам. Мелкий стишок, да? Маргарита Степановна, он не мой. Он вообще никудых-кудых, он не разговаривает. Как он вам стишок-то расскажет? Ну давайте, у него получится. Я, может, какое-то новогоднее чудо сейчас будет. Да, давай, мелкий, проходи на табуретку. Проходи. Сейчас. Расступитесь, расступитесь. Так, мелкий, ну давай, стишок, валяй. Молодец, молодец, гоните подарок мелкому, молодец. Это лучший твой стишок, который я только слышал. Ну как ты слабовато, даже ни одного слова не сказал. Ты чё, дура? Извините за... Он не мой. Как ты... Сёпа, как он стишок-то тебе расскажет, а? Он в жизни два раза разговаривал. И первый раз тогда, когда я ему дал литр кофе. Если хотите, можете так попробовать. Дайте ему кофе, я разрешаю сегодня. Дайте ему кофе, и тогда он может заговорить. Ну это реально чудо тогда будет. Мелкий, кофе будешь? Ага, ну давай. Сейчас принесу. Ну вот сейчас тебе Маргаритка принесет. Только вдруг, если ты все же сможешь заговорить, не матерись, пожалуйста, хорошо? Ага. Так, пей. Пей, мелкий. Давай. Ага. Если можешь, давай, читай стишок. Салам алейкум. Ну вот, а вы говорите, ну, мелкий, я, наверное, уберу тот ковер, который у нас дома находится, на котором написано «Салам алейкум», а то ты, мне кажется, плохим словам учишься. Чего-чего, но вот этого я точно не ожидал. Малейкум ассалам! Держи подарок, ну, зато заслужил, молодец! Только, мелкий, лучше бы ты что-то там хорошее сказал, там, с Рождеством и вот это все мне... Ладно, все, пошли, пошли. Мне кажется, надо валить отсюда. Слушайте, Маргарита Степановна, а вы не против, если мы вашего муженька на прогулку возьмем? Там мужики выйдут на улицу, потараторят, вот это. Не против? Мне кажется, Степе надо проветриться. Вот, Степа не против. Да не против, он все равно ничего дома не делает. То есть Степа украсил весь дом, свалился со второго этажа, вешал гирлянды, вы говорите, то, что он ничего не делал?
Вот сейчас реально обидно было. Ладно, пошли, Степа, пошли. Сейчас пацаны, мужики на улицу выйдут. Спасибо, Маргарита Степановна, то, что приютили. Спасибо большое. Пошли, мужики, на улицу. Пошли, сейчас посидим, покумекаем там, поговорим. Ну что, рассказывайте. У кого после вот... С третьего этажа в снег! Степа, не спрашивай, этот мелкий сатана просто ходячая, я не знаю. Салам алейкум, мелкий. Угу. Ну чё, у кого новогоднее настроение поднялось после этого, а? Рассказывайте. Нет? А у тебя, Степа? У меня нету. Так я, походу, знаю, почему у вас новогоднего настроения-то нет. Вы посмотрите на себя, посмотрите на себя и посмотрите на меня. Видите разницу? Вот вы... А вот я. Да, ты лысый. Не, разница не в этом, то, что я лысый, а вы нет. Разница в том, то, что у меня свитер, у меня шарфик, у меня полные труселямбы новогоднее настроение. А вы чё? Ты чё? Ты в форме вот этого своего охранника, а мелкий в своей форме, в которой он ходит в школу. Ну, естественно, где новогоднее настроение? В заднице. Вот вы ответили на свой вопрос. Вы пройдемте ко мне в мой магазин одежды, я вам кое-что сейчас подберу. Вот и будет у вас новогоднее настроение. А, кстати, по поводу задницы. YouTube рекламу мою заблокировал. И вот Людмилке вот этой из рекламного агентства «Жирафик» пришлось со всех билбордов снять мою рекламу нового ролика на втором канале. Знаешь почему? Потому что YouTube посчитал то, что там то ли 18+ было, то ли еще что-то. Какие-то... противозаконные вещи мы там делали. Поэтому в жизни ютубера хоть рекламы это и нет, но все же вот по этой подсказке ты можешь нажать и посмотреть, что же там такого, что YouTube посчитал, что нельзя смотреть именно в городе жизни ютуберов. Удалил нафиг подчистую всю рекламу. Вот по подсказке посмотри. Все, пошли, пацаны, сейчас мы вам подберем кое-что. Заходите. Сейчас у нас будет и свитер, и новогодняя шапочка, и теплые носишки, трусишки. Давай, мелкий, там 100% у меня в гардеробе что-то есть, переодевайся. А ты следующий, Степа. Когда будешь готов, выходи. Ага. Ой, ты ля как. Ой, ты сват... А, обернись, а ну, обернись, обернись, обернись! Теплый свитер, теплый, красный свитер. Ну, слушай, мы с тобой все как братья и сестры. Ну, в смысле, как папа и сын. Прям похожи друг на друга. Только я лысый, а ты нет. Прекрасный жених для Аленки. Степа, тихо, у Аленки вот ваня есть. Какой... Мелкий, смотри, теплые носки, да, делай? Теплые носки, новогоднюю шапочку. Степа, ты следующий, давай, заходи внутрь. Закрывай за собой вот это. Мелкий, ну, есть новогоднее настроение? Ну, вот, надо дома свитер носить, теплую новогоднюю шапочку. Вот, еще и подарок у тебя есть. Подарок чуть позже откроем, чуть позже. Степа, будешь готов, выходи. Матерь Божья. Форма охранника. Сверху шапка Деда Мороза и шарф. Другой одежды не было, там свитера, других штанов. Не? Теперь я первый парень в нашем поселке. Первый парень в нашем поселке это мелкий, ты второй. Ну слушай, неплохо. Новогоднее настроение появилось? Молодец, все, а вот сейчас будем праздновать. Пошли, пацаны, на улицу, сейчас снежками побросаемся. Только чур, мелкий, в этот раз рогатку спрячь свою. Никому шишки не нужны. А ты, Степа, аккуратнее мелкого стреляй, а то мелкий умеет людям навредить. Все, пошли. Ну шо, пацаны, планов... Да, алло! Я еще даже вот это говорить не начал. Планов у нас с вами прям жопой жуй. А чё в меня-то? Сейчас одному запиндюлю, сейчас другому... А чё у меня снег не выпадает? А дайте пару снежков, пожалуйста. Пару снежков дайте. Ага. Спасибо. На, собака! И тебе по башке! И тебе по башке, Стёпа! На! А дайте еще снежки, пожалуйста, мои закончились. Только не стреляйте, пожалуйста. Угу, спасибо, мелкий. Спасибо. Как
Ой, ну в смысле не ты, а снегоход. А ты еще что за хрыщ-то такой деловой? Ага, здрасте, снег себе покрасьте. Чё надо в нашем городе? Я главный ведущий телеканала Жопосливка ТВ. Жопосливка? Это тот, вот этот город огромный, который... Здрасте. А чё вы тут снимаете в нашем городе, что-то надумали? Мы хотим пригласить вас на телепередачу «Пусть тараторят». В смысле, меня на телепередачу «Ваш город в Жопосливку»? А чё я такого-то сделал? Это же вы автор того самого видео о доме с маньяком. А, так вы его все же увидели, поэтому нашему центральному каналу я! Вот камера! Вот там материал на этой камере, это все я снимал! И мелкий тоже, ну и Степа тоже! Так, а мне вот эта Людмила Курица не верила! Это сенсация! Так и я об этом же говорю, конечно, сенсация! Маньяк в городе живет, людей режет, никто не верит! Я вот решил всем рассказать, конечно, сенсация! Ну, подождите. Мы его увидели и решили срочно пригласить вас к нам на эфир. Мелкий, мы с тобой популярные, слышишь? Подожди, рано радоваться. То есть вы хотите, чтобы мы с Мелким поехали в ваш город Жопосливка? Это же тот город, где вот этот богатый школьник давным-давно жил, да? Я не помню. То есть вы хотите, чтобы мы туда поехали и в прямом эфире на вашем центральном канале рассказали эту историю? Да, верно. Тихо. Ну, слушайте, ну дайте мы немножко подумаем. Вот давайте, дайте нам два денька. Мы подумаем, мозгами раскинем, нужно нам это, не нужно. Вот это в прямом эфире выступать на центральном телевидении вот этого самого большого города в округе. Мы можем предложить вам аванс в размере... 10 стаков золотых монет. А-а-а-а-а-а. Неплохой такой подарок на Новый год. Степа, тебе нет, ты тут вообще ни при чем, отойди. А, то есть в этом кейсе 10 стаков золотых монет? Да, все верно. Слушайте, ну как бы неплохой такой подарочек у Деда Мороза. Ладно, давайте мы согласны. Когда эфир? Завтра. Ну, тогда мы потопали собирать наши манатки. Хотя, подождите. Еще одно условие. Можно? Мы согласны за бабки. Но еще мы с Мелким прокатимся на вашем снегоходе. По рукам? Да валяйте! Мелкий, ты понял? Запрыгивай. Давай. На газ дави в пол. Один кружок, потом я. Давай. Да не в меня, Мелкий! Давай! Ой, ты вообще водила еще так. Все стены пособирал. I've been on a flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrum.